Брат! Отдохнем немного здесь, Тефо. Осмотрись вокруг. Тефо, Беспал и ехал за нами. Ничего страшного. Мы просто поговорим. Нельзя поговорить? Понежнее. Тефо, мы поняли, ты полюбил. Но ты же видел, друг. Ты думаешь, что все еще знаешь ее? Она не пошла к ним, она осталась с нами. Если бы она пошла к ним, сейчас бы ей перерезали горло. Зачем ты, Мус, сделал укол героина? Завтра ты бы читал про трагедию, сбежавшей из дома студентки. Знаю, не дурак. Это плата за шпионаж, Тефо. И мы оба это знаем. Они не прощают. Мы не они, брат. Вот именно. Поэтому она осталась с нами. Она доверяет тебе. Верит, что ты простишь ее. Пойду осмотрюсь вокруг. С кем ты говорила первым? Темус, я говорила с ним. Сколько они тебе дали? Все не так, как ты думаешь. Подлая, ты всех нас предала. Ладно мы, но как можно так поступать с Тефиком? Он в тебя влюблен. Ты знаешь о его прошлом. Как ты могла с ним так поступить, змея подколодная? Как ты могла так поступить, тварь? Все не так, как ты думаешь. Все не так, как ты думаешь. Это тоже не то, что я думаю. Я не показывал это Тефо. Это разобьет его сердце, если он узнает. Дрянь. Читаю. Не читай. Март 2010 года. Я нравлюсь Тефику. Не читай. Он самый замкнутый из всех. Он из Анатолии. Невежда. Он не смог развить в себе ни одного хорошего качества. Он шпион команды. Убийца команды. Все время смотрит на меня. Он меня пугает. Он самое уязвимое звено. Он очень подавлен. Если предложить ему доверие, дать любовь, я легче всех смогу перетянуть его на свою сторону. Я уже начала. Он влюбится в меня за одну неделю. Какая неделя? Я влюбился с первого дня.